Какой охуенный у Nvidia пак все-таки. Блин, 2000 V-баксов, скин, кирка, дельтаплан. Блин, выглядит вообще все здорово. Блин, хотелось бы получить его, конечно, как-то подешевше, чем покупать новую видеокарту. И вот они, тут полезли они. Итак, всем здорово, друзья, с вами Арти, и сегодня мы будем разговаривать по поводу бандла для Fortnite. Да, у меня давно не было видосов по Fortnite на канале, но думаю, данное видео будет полезно всем, кто либо играет сейчас, либо собирается поиграть и решил таки урвать на халяву. Ну, не на халяву, а за копейки вот этот вот самый Nvidia бандл. О продаже данного бандла можно найти кучу-кучу сообщений в группах разных стримеров, блогеров, контент-мейкеров. Ну, то есть, кругом одни комментарии о том, что продам PS Plus скин, продам Nvidia Bundle скин и так далее и тому подобное. Ну вот. Ну вот, собственно, ради вас я решил написать одному из таких продавцов, чтобы, ну, действительно убедиться на своем опыте, правда ли они могут продать данный бандл в виде кода, который мы сможем активировать, ну и, собственно, рассказать об этом вам. Итак, смотрите, что мы делаем. Мы написали продавцу, дождались ответа, перевели ему деньги, естественно. Кстати, кто хочет поддержать меня, там есть, если что, ссылочка, и тогда роликов таких будет гораздо больше. Ну так вот, скидывает он мне, значит, код. Изначально в разговоре с ним я у него уточнил, будет ли работать он на моей карте 1080. У них в тексте этого не написано, но каждый, с кем я общался, кто продает, утверждает то, что будет. По итогу, естественно, сообщение мне выдается такое. Вы видите его на экране сейчас. То есть к моей видеокарте он как минимум не подходит. То есть нам нужна 1050, 1060, 1070. Дальше уже, видимо, они работать не будут. Что и подтвердило мне, собственно, техподдержка, которую я написал по просьбе продавца. То есть вы понимаете, да, вы покупаете код и, собственно, покупаете вот этот самый ебучий геморрой с техподдержкой, с продавцом. Ну окей, ладно, погнали дальше. Написал я в техподдержку, где мне, естественно, отказали. Сказали то, что нет, когда на видеокарте не подходит. Я попытался там надавить, конечно, на них, но это не помогло. Что делает продавец дальше? Продавец дальше начинает мне спамить кодами и утверждает то, что это проблема в самом коде. То есть сначала он мне говорил то, что проблема у Nvidia и нам нужно дождаться обновы. Ну то есть изначально уже этот пидорас начал морозиться. Сутки мы ждали какое-то там обновление, ну какого-то там обновления в Fortnite, как он говорил, какого-то мистического, фантомного, которого в итоге, естественно, не было. Вот, далее он мне предлагает решить этот вопрос немножко по-другому, предлагая мне другие коды. То есть он мне скидывает другие коды, и я их начинаю активировать. Естественно, выдается то же самое сообщение о том, что они не подходят к этой видеокарте. Я нахожу друга, нахожу друзей, даже несколько, у которых есть видеокарты пониже, чем у меня. И мы пробуем вводить эти коды, которые он мне изначально скинул. Они, естественно, тоже не работают, ругаясь на то, что код уже активирован. О чем я, собственно, ему и говорю. После чего он мне присылает пачку кодов. Просто миллион кодов, вы сейчас тоже это все на экране увидите, которые, естественно, мы проверили все, и они тоже не работают. Ну и далее все по стандартной схеме. То есть деньги-то уже были переведены. Продавец не сильно заинтересован, то есть в том, чтобы у меня этот код активирован был. И он начинает морозиться, долго отвечает, говорит, что от него это не зависит. И в итоге просто перестает отвечать на сообщения. Вот такая вот мини-история, собственно, мораль какая? Я вам сейчас еще потом в конце видео кое-что расскажу. Мораль какая? Возможно, кто-то будет вам продавать коды, которые будут действительно работать. Но риск нарваться на такого продавца, я так понимаю, довольно-таки мал, потому что я писал потом еще двум продавцам, но уже с более конкретными просьбами, которые мне просто либо игнорили меня, либо блочили. Ну, то есть не хотели продавать коды на их условиях. Вот, собственно, не ведитесь на это, не старайтесь покупать по дешевке коды как бы неизвестных, так сказать, личностей мутных, которые где-то неизвестно где каким-то способом их продают. Но самое смешное то, что люди продают способ получения таких кодов, и про это я вам буду рассказывать в следующем видео, потому что для вас я снял сразу два ролика, где нашел продавца вот этого нового пака для Samsung. Точнее, не продавца, а человек мне решил загнать способ получения данного скина. Ну, то есть, звучит это круто, способ получения скина на Samsung. Вот, поэтому в следующем видео я вам расскажу. Ну, если, естественно, это видео наберет хоть какое-то количество лайков, оно вам понравится, тогда будет по-любому следующий ролик. Вот, а на этом мы с вами заканчиваем. Ставьте пальцы вверх, и я жду от вас подписок и какой-то активности в данном ролике. Всем пока!